Там интересно, попала часть с дубинками, ну ладно. Тулисет! Аньосио! Всем привет, с вами Хайпижн и Астерикс. Давайте представимся, я Сага. Маня. Чикс. Настя. Да, и сегодня мы такой компании смотрим на возвращение Тэмина. И это не просто обычное возвращение Тэмина, а это возвращение Тэмина, как мы знаем по секрету, уже не в СМ. Что-то сдерживало все это время его. Мув это был только разгоном, а сейчас будет секси on the air, in the air. Короче, оно будет в воздухе. И я вижу каких-то мстителей. Погнали. Посмотрим. Тэмин, пойти. Я что-то нервничаю. Похоже на скелет. Титана. Что-то себе куда. Офигенные расходки. Он боди? Не-не-не, это не круто. Это боди. Да? Там немножко круто. А, нет, это круто, о господи. Да, да. Попади в боди. Еще и дождь. Элина! Это вторая часть, шаг вперед. О, такое смущание! Элина, о боже! Ты слышишь Шайни? Нескольким до этого песни. Типа красный был похожий и куб, и костюм на этот ферстый. Я хочу быть в том самом воздухе, в котором она называла. Это прочувствовалось. Хорош! Мне очень понравилось, что сохранилось звучание. Я почему-то боялась, что когда он перейдет в другую компанию, звучание будет прям начать отличаться. Но сохранили. Все сохранили, я прям чувствовала вайбы Шайни. Я прям чувствовала, знаете, как будто вот что-то такое есть, даже больше, чем, например, стиль Тэмину. Тэмину всегда как-то немножко все равно на современный лад, вот. Но тут прям такой, знаете, вот такой вот рэкки-попчик, честно говоря. Второе поколение! Рэкки-попчик! Рэкки-попчик! Вопрос, когда соло?
Я не могу. В общем, посмотрим. Ждем расписание. Очень жарко. О, магад. Это было очень классно. Смотрите клип, обязательно смотрите, пишите ваши впечатления, как вам. Почувствовали вы те самые... Вайбы кей-попчика. Да, вайбы кей-попчика второго поколения, вайбы Шайни и прошлого Тэмина, что действительно он прям не изменился, но все-таки немножко такие, знаете, обновочки такие есть. Вот. Обновочки. Да. Мне нравится, что его представили как-то сдерживать, хотя никогда не сдерживался. О боже, что мы врём друг друга? Вот. Короче, пишите. Смотрите, наслаждайтесь с нами, смотрите. Все. Пока. Видим.